Основное количество теплотрасс было проложено в 70-80-е годы. На сегодняшний день износ большей их части намного превысил допустимые нормы. Участились утечки, аварии, а также массовые отключения снабжения теплом жилых зданий, больниц и школ. Поэтому необходимость реконструкции или замены теплотрасс очевидна. В нашем городе плановые работы ведутся по улицам 60 лет БАССР и Пушкина и пересечению улиц Нахудайбердина. Производится монтаж теплотрассы горячего водоснабжения. Будут вестись работы с завтрашнего дня уже улица Салавата, подводка на Салавата 6. Там изоляция тоже, пенополиэтановая изоляция, полиэтиленовые оболочки. Ну, там порядка диаметром 89-й. Порядка 70 метров трубы. Ну и будет продолжаться капитальный ремонт. Согласно плану, на 4,5 километра замены тепловых сетей. Капитальный ремонт представляет собой частичное восстановление изношенных труб или полную замену всего участка. Изоляционных материалов, ремонт регуляторов, насосов, устройств защиты от электрической коррозии, а также устранение различных видов перекосов. Для того, чтобы выполнить начатый ремонт в сроки, специалистам приходится работать в любые погодные условия. Это утро, днем. Как еще можно сказать? Тяжеловато, но приходится делать. Ремонт теплотрасс подразумевает необходимость земельных работ. Это не только большие траншеи, затрудняющие пешеходное и транспортное движение, но также выхлопные газы от используемой техники, шум и грохот, а в некоторых случаях разлом асфальта и выкорчевывание деревьев. Несмотря на все эти проблемы, жители города с пониманием относятся к необходимости проведения планового ремонта. Ну, неудобства, конечно, есть определенные, чего уж там говорить, дорога перекрыта, но это, опять же, все делается для нашего блага, потому что мы знаем, что эти неудобства, они временные, они пройдут, но зато зимой мы будем жить в тепле и комфортно. На данное время ремонтные службы полностью обеспечены необходимым материалом для выполнения плановых работ. Завершить капитальный ремонт планируется до 15 сентября.